Доброе утро. Сегодня 24 января. Мы в офисе 1580. Узнаем, что произошло за последние сутки. Доброе утро, Сергей. Доброе утро. Расскажите, хорошее, плохое, что было? За вчерашние сутки у нас поступила информация о одном чрезвычайном происшествии на заводе турбомеханическом на Зинковской 6. Произошла, я так понимаю, что авария, и человек отрезал себе несколько пальцев. Доставленный в больницу в первую. Будут разбираться, что там, возможно... Это работник завода, да, во время работы? Возможно, неправильно поводился со станком, но пока неизвестно. Подробности будем уточнять. В принципе, отключений особых вчера не было. Единственное, что были вчера звонки поздние уже по Рассошинцам, но уже не границы города, что были отключения. Ну, а так сутки прошли тихо, спокойно. Сейчас закрываем все моменты, которые еще не успели, по тротуарам проходим, в основном дворники работают. И также тоже работали посыпочная техника по дорогам, потому что в некоторых участках у нас проводка работает. Ну, в принципе, все спокойно, работаем сейчас по сосудкам, продолжаем, откапываем наши ливневки, пока все более-менее тихо. Сейчас идет снижение температуры, будут ли сильные ветра? На сегодня передают минус 4, минус 8. Штормового по ветру мы не получили и должно быть без осадков. Всем хорошего настроения и до завтра. Спасибо. Спасибо.